Всем привет, братанчики, это 17-я серия пути ютубера на Black Russia. Задерживать не буду, смотрите ролик, малёха. Я тут чуть-чуть проболел, так что за звук прощайте. Семьи меня по какой-то причине кикнули, почему я не знаю, но там у меня припаркована моя машина. Вот мне за ней как раз таки можно сгонять. Тут она недалеко, на Рублевке, вот тут вот рядом. Поэтому зарядуем скутер и едем туда. Тут на мосту, как обычно, стрит-рейсеры. Начались слухи, что все начали болеть. Правда ли это? Если ты смотришь это видео и болеешь, отпишись в комментариях, я буду знать. Если ты болеешь, то желаю тебе выздороветься. Сейчас таки нашел дом и теперь забираем наш банан. Заданий хороших много, и что, предлагаю начать. Итак, первое задание вижу нормальное. Всегда под рукой и купить два ремонтных набора. Отправляемся за ремками. Тут меня ранил один там под ником Арсений Канаев. Просто меня сейчас так бомбит, я просто никого не трогал, и он взял и убил меня, просто животное. Семья Валкерс уже совсем опустилась, меня не принимают, да еще и Оскар, говорят, что с 15-го левела, хотя в правилах четко написано, что с 10-го. Я перепарковываю тачку и, пожалуй, вступлю в другую семью, нежели чем у этих даунов оставаться. Короче, пока меня нет в семье, я принял решение припарковать машину у больницы. Так будет проще, если мне понадобится машина, я просто умру. Нет настроения записывать ролик, реально. Ну, просто... Второй... Ладно, все хорошо. Ладно, просто неадекватные игроки, с кем не бывает. Зато выполнил задание исследователя и получил 2000 рублей. Короче, покупаю лицензию на оружие, чтобы не было проблем. Сейчас доедем до правительства и купим. А не, подождите, мне же место за компости. Я вообще минус 2. Блин, ну можно взять все лицензии и поехать за оружием, чтобы не было проблем. Все лицензии забираем их и едем, получается, в магазин оружия за оружием, чтобы не было проблем. Думаю, это будет достаточно за 5400 рублей. Офигеть. Теперь направляемся на Рублевку. Все-таки забрал тачку. Просто не могу это поверить. Я еле-еле ее взял. Даже, можно сказать, украл самого себя. Потому что они, как звери, не давали мне забрать машину. Обезьяны. Очень, никогда больше не буду к ним вступать в ОМУ. Ну, а сейчас давайте начнем выполнять Black Pass. Закупим две ремки и все, что связано с ним. Вам выполнил. Задание заказать такси. И давайте его выполним. Сейчас задание выполнено. И давайте заберем... награду. Мне не нужно, я бы обменял на что-нибудь более интересное. Давайте чуть похасаним на нашем банане. Ну, давайте поедем, припаркуем банан у центральной больницы, чтобы, если что, он был у нас под рукой. Короче, в конце концов, банан не припарковал, а серия уже заканчивается, к сожалению. И да, если тебе понравился едет и сам ролик вообще, то подпишись, поставь лайк.